Раз, два, три, елочка, горим. Священная фраза всех новогодних представлений в этом году на детских утренниках не звучала. Хоровод вокруг лесной красавицы не водили, анимационную программу для детей запретили. Бой курантов на главной площади города в эту новогоднюю ночь не отсчитывали. Каток на Советской тоже запретили, уехать за границу нельзя. Получилось ли у ярославцев при таких условиях весело отметить новогодние праздники, расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, с Новым годом! Скажите мне, как отмечали новогодние праздники? Большие такие они получились, классные. Что делали? Классные, дома с семьей, у меня много детей, поэтому было весело. Куда-нибудь с детьми ходили, на горках там кататься, на каток и так далее? На горку на Красной площади ходили, потом в бассейн ходили плавать с сауной. Бабушкам ко всем, у нас их много. Ну, было здорово, хорошие выходные. Ну, так тихо, спокойно, все хорошо прошло. Понравилось выступление. Спортом смотрел по телевизору. Своих поздравила девчонок. За «Локомотив» переживала, наши играли здорово. С «Витязем» выиграли 7-1. И еще команда какая-то. Молодцы, молодежь. Так держать. Катался такие. На сноуборде. Круто. Где катались? В Ярославле или куда-то уезжали? Здесь у нас в Ярославле на изгибе, в Подолино. Ну, в области. Здорово. А ездили один с друзьями, с родственниками? Ну, с друзьями. С друзьями, ну, катаемся регулярно, у нас уж как традиция. То есть в том знаменитом фильме ходили в баню, а вы катаетесь и на сноуборде. И в баню я тоже ходил, кстати. В баню тоже ходил. Всем советую. В баню один раз ходил. Я работала. А, у вас, то есть, новогодние праздники пришли исключительно в рабочем трудовом режиме? Да. Вообще не отмечали Новый год? Ну как же, новогоднюю-то ночь никто не отменял. А Рождество получилось? Нет, я к маме ездила в гости. Я мусульманин, это не наш праздник. Я дома был на Новый год. Сидел и кушал, и спал. Дома сидели, праздников ничего не устраивали в центре. То есть погулять не получилось? Нет. Ну а на лыжи, на коньки, на ватрушках покататься? Да, везде покатались. Ходили, значит, в ТЮЗ ходили с правнуком уже. У нас правнуку скоро, 20 января, будет 3 года. Так что в цирк ходили, да, значит. А так, в семейном кругу весело, хорошо, по-семейному. Что готовили на новогодний стол? Ну, салаты, студень, рулеты, выпечку, торт. Любимый муравейник. Так что много всего готовили. Весело отдыхать, конечно, хорошо, но новогодние каникулы закончились. Вступаем в трудовые будни. И сейчас уже главное пожелание не веселых праздников, а легкого рабочего дня. Пошли дальше трудиться. Наталья Антонова и Евгений Бушуев. День в событиях.